Всем привет! Мы находимся в центре села Счастливцево. Тут есть детская площадка, церковь, магазин Крамнеця. Здесь записывают на экскурсии. Небольшой рынок вещевой. Блогер. Да? Аптека, магазин. Продукты, магазин. Хозтовары. Сдаются номера. Горячие чебуреки. Свежее мясо продается. В центре Счастливцево есть хороший магазин с мясом. Продается мясо. Мякоть 130, антрикоты 120 гривен за килограмм и ребрышки 115 гривен за килограмм. Мясо очень свежее. Мы уже покупали и очень довольны. Копченое мясо 250 гривен за килограмм, а копченое сало 150 гривен за килограмм. Очень вкусное. Овощной рынок. У нас вообще сначала... Картошка 16 гривен за килограмм. Здесь большой выбор овощей и фруктов. Помидоры 45 гривен. Рыба копченая 100 гривен за штуку. Да.